Всем-всем огромный привет! Пришло время в конце месяца снять свои пустые баночки, которые у меня закончились в августе месяце. Но на самом деле, так как мы 3 недели были на отдыхе, то в конце отдыха я снимала те баночки, которые закончились там. Но до того, как мы уехали на юг, мы жили неделю дома, приехали уже неделю, живем дома, и плюс ко всему весь месяц у нас и мама дома была, и к ней приходила моя сестра, и поэтому баночки и с нами, и без нас тоже копились. Жизнь дома не останавливалась. Давайте покажу я вам, что закончилось у нас в августе месяце, но не за август месяц, а именно в августе месяце. Как всегда, начну сверху с головы. Причем не с моей, а с маминой. Раз в месяц у нее заканчивается вот эта вот пара. Bio Arctic Faberlic. Очень она ей нравится, эта парочка. Раньше был такой дизайн Faberlic в этой серии. Теперь они поменяли и стал такой голубой, красивый и прозрачный. Если видно, то теперь видно, сколько осталось шампуня, например. А раньше был белый матовый и не видно было, сколько средств осталось. Мама очень любит, у нее волосы быстро жирнятся, и именно эта пара ей нравится. Но многие жалуются, что при привыкании к этой парочке начинает чесаться голова. У нее крайне редко это происходит, и как бы она ни меняла шампуни, она возвращается снова к ним, это у нее самые любимые. Далее, давайте покажу гели для душа, их закончилось немало, потому что август был очень жарким месяцем. Ну и плюс, как я сказала, еще с июля у меня некоторые средства остались. Александр Влог, Саша, спасибо тебе огромное. Он присылал вот такое мне средство. Это от Faberlic с ароматом земляники. Гель для душа, он был такого земляничного цвета. Аромат просто бесподобный. Я всегда выходила, когда из ванны, мне прям хотелось съесть килограмм земляники. Настолько приятный аромат. Это было просто наслаждение. Купаться таким гелем. У меня есть еще с ароматом земляники других фирм, но я пока берегу. Ну, вот тут я не удержалась, конечно, с огромным удовольствием пользовалась. Саша, спасибо тебе большое. Сам гель классный. Мне кажется, за один аромат, конечно, уже можно ему простить было бы все, но тем не менее хорошее средство. Единственное, я не знаю, сушит кожу или нет, я всегда пользуюсь кремом, лосьоном или еще чем-то для тела, потому что мою кожу сушит даже вода. Поэтому у меня сушит абсолютно все, и я всегда пользуюсь. Поэтому средство классное, очень нравится. Если любите аромат земляники, обратите внимание, это волшебный аромат. Следующее, закончился гель для душа уже с ароматом граната. Присылала мне Катюшка Минченкова, причем не отдельный гель, а целый набор. Но из набора пока закончился только гель. Тоже волшебный аромат. Пахнет действительно гранатом. Цвет у средства такой, знаете, розовый, немножко перламутровый. Приятный аромат, даже такой гранат конфетный. Как будто карамелька гранатовая. Вот такой вот аромат. Тоже приятно пенится, приятно пахнет, хорошо пенится, промывает. Ну, мне кажется, я не видела, не встретила еще в своей жизни такого геля, который бы не промыл, например, кожу. Ну, понятно, это же все равно мыло. Промывает хорошо. И последний гель, который в этом месяце мы добили, потому что получилось так, что несколько сразу закончилось, это бразильский кофе от Jardin du Monde. Этот гель мне присылала Гульнара Мигдеева. Спасибо тебе, моя хорошая. Не знаю, будешь ты смотреть этот ролик или нет. Но гель этот замечательный. И вообще у Ефраше, вот в этой вот линейке, практически все ароматы просто волшебные. Очень-очень приятные. С утра, когда моешься, такой приятный аромат кофе, как будто вот действительно у тебя рядом где-то стоит чашка свежезаваренного кофе. Хороший гель, но он вообще не нуждается, наверное, уже в рекламе. Пенится хорошо, смывается хорошо. Единственное, у меня, и еще я знаю, что у некоторых девочек ругают, например, вот не сам гель, а
бывает такое, что когда гель от Ифраше вступает в контакт с определенным видом воды, начинает запах искажаться, аромат сам искажаться. То есть вот намыливаешься, все нормально, начинаешь смываться, запах появляется небольшой такой, не знаю, с чем сравнить, но типа болотины, тины, вот чем-то таким вот отдает издалека. Но это проблема воды, то есть именно контакт с водой. Просто я не один раз слышала о такой проблеме. Ну, а сушит или нет, опять же, я не буду говорить, не знаю. Аромат приятный, действительно пахнет кофе. Дальше. Забыла я показать, обычно начинаю с хозяйственных, а сегодня что-то сразу с нужного. Ну, давайте по хозяйственным совсем коротко покажу. Порошок стиральный от Faberlic использовала. Вот я только что приехала. И один в коробочке у меня пошел. Перестирываю два чемодана вещей. Плюс то, что еще здесь закончилось. Нестиранное было, например. И поэтому активно начала с этих предметов. И порошок хороший. И от Faberlic кондиционеры вот эти. Вот тоже очень хороший, приятный аромат. Их три вида, по-моему. Есть прям конкретно для детского белья подходит. Но мне кажется, они все подходят хорошо и для детского, и для взрослого белья. И остается тонкий, приятненький такой аромат. Не раздражает. Не слишком насыщенный. Ну и в то же время полностью не смывается, а легкий-легкий остается и мне нравится. Дальше. Так. Нафиса мне присылала вот такую маску для волос репейная. Она против выпадения с какао и яичным желтком от Фитокосметик. Вы знаете, хочу особое внимание уделить этой маске. Я сначала подумала, что сейчас надрежу, и мне там водичка потечет на руку. Но меня поразило, что маска очень густая, и ее тут, наверное, 30, представляете, 30 миллилитров, и на мои волосы длинные ее хватило, и можно было распределить даже на два раза. То есть маски здесь достаточно много, и она достаточно густая. Хорошая маска Нафиса, спасибо, очень понравилась. До этого мне тоже присылала Оленька Крюкова, тоже вот такие маски, и у них тоже был эффект, вот удивительно, то, что густой, густая и хорошая, качественная такая маска. По-моему, 10 минут надо было держать, то есть не лениться, и тогда волосы действительно мягкие и приятные такие. Так, где написано, сколько держать-то? Ну, я 10 минут держала. Да, 5-10 минут. Ну, я обычно максимально всегда держу, чтобы наверняка. Из Тюмени от Оленьки Максимки приезжал вот такой вот шампунь. Называется «Ледяная мята» от Angry Birds. Пахнет он мятой, жевательный мят, вот как вот у Orbit жвачка есть, и вот пахнет вот такой мятой, как у оболочки. Вот так вот оно смотрится. У нас есть, раньше выпускали Angry Birds с крышками в виде птичек, поэтому мы ее перелили в ту птичку, а то, что тут осталось, мы домыли. Поэтому шампунь еще есть, потому что в птичках было, кстати, 200 мл, а теперь они сделали 250 бутылочки. И поэтому вот Макс с огромным удовольствием домыл, что здесь осталось, и из птички пользуется дальше. Очень хороший детский шампунь, глазки не щипят, промывает волосы хорошо. И, Оль, спасибо тебе огромное, с удовольствием пользуемся, и Максимке нравится. Дальше. Так, крем для рук. Тоже, кстати, от Гульнарочки приезжал. Вот такой крем для рук. 3 в 1. Это от Avon Care. Он у меня стоял не на постоянном месте, где я пользуюсь. Ну, то есть я к нему время от времени подходила. И использовали вот мы наконец до конца. Этот крем кто-то ругает, кто-то хвалит. Он в принципе неплохой, но им нужно чаще пользоваться. И он оставляет небольшую защитную пленку на руках. Вот эта пленка многим не нравится. Но на самом деле, если вы
занимаетесь с водой, моете, может, посуду без перчаток, то сначала нужно нанести именно этот крем. Либо зимой идете на улицу, и тоже этот крем вам в помощь. Вот это вот как раз защитная пленка делает свое дело. Она защищает. Крем неплохой, просто нужно пользоваться им по назначению. И второй крем от 100 рецептов красоты мне прислала Танюшка Хорошева. Одни подарки. Прошу прощения, что я постоянно кому-то говорю спасибо. Но, тем не менее, я реально благодарна девочкам, что столько подарков. И с удовольствием пользуемся и говорю свое мнение. Но мнение говорю честное, потому что если что-то не так, то, конечно, я говорю, что не подошло. Этот крем я брала с собой на юг, на море. Крем для рук, я его использовала, хотела использовать и для ног, и для рук, но для ног он был слабоват, все равно использовала, потому что больше ничего не взяла, а для рук это был хороший крем. И когда у меня осталось где-то вот так, я сделала большую ошибку, я в поезд забыла взять крем какой-нибудь для тела. Кожа, пересушенная после загара, так страдала, и вот этот крем меня просто спас. Все, что было, я в поезде на руки и на ноги до самого тела, то есть вот от плечей руки и от бедер ноги, я просто спасла себя этим кремом. Он пошел у меня как крем даже для тела. Прям вот огромное спасибо 100 рецептам, что они спасли меня от пересушивания. Я прям чувствовала себя человеком из Сахары. Ну, домой приехала, сразу начала такими маслами, кремами более жирными для тела пользоваться, потому что реально кожа сухая, и она прямо вот впитывала, чтобы крем для рук, представляете, вы на тело наносите, а через 2 часа кожа сухая опять. То есть это было вообще какое-то для меня впервые такое. Я же впервые на море была, я впервые вот такой эффект почувствовала. А мне кто-то из девочек говорил, что зачем тебе кремы? Такая ерунда. Нет, девочки, кожа у всех разная. Моя сухая кожа оказалась ненасытная просто. В течение 2 месяцев я пользовалась кремом суфле для тела увлажняющие. Заказывала я на сайте Косметика Крыма. Этот классный крем суфле, не знаю, тут осталось или нет, натуральный. Он не так быстро впитывается в кожу и разносится. Я сейчас попробую показать. То есть вот вначале его так видно, да, как бы катаете, катаете, а потом он раз и пропадает. Вот, смотрите, сразу не пропадает. Но когда вы все-таки его втерли и вкатали, он дает очень хорошее увлажнение кожи. И как раз по приезду домой, вот до отъезда я им пользовалась в течение месяца, и по приезду домой он меня просто спас. 2-3 раза в день я наносила на самые сухие участки. Но это руки-ноги, это то, что перезагорело слишком. И вот он был для меня спасением. Хороший крем-суфле. Единственный аромат на любителя. То есть вот такой аромат я бы не купила. Пахнет каким-то... Я уже говорила, пахнет для меня лично каким-то вот маком и в каких-то булочках. Но не сильно приятно. На самом деле тут вот если написано в составе-то... Так. Экстракт инжира. Видно, да? Масло гранаты. Экстракт алоэ. Ну, может быть, вот эти ароматы как-то вместе все, ну, не знаю. Как-то вот аромат не впечатлил. А по действию крем-суфле отличное. Дальше закончилось жидкое мыло, которое стояло весь август месяц дома. Мы, когда приехали, еще немножко оставалось, но мы его добили. Это очень приятный аромат от Beauty Cafe, у Faberlic. Если кто-то еще не пробовал, попробуйте, девчонки. Тем более, если вы любите, например, вишню. Пахнет вишней, вишневой косточкой. Я с таким удовольствием мыла руки этим гелем, что сейчас гель для душа достала именно такой, тоже вишневый. Настолько вот понравился. Дальше. От Oriflame это был набор. Прислала мне Оленька Крюкова сразу набор. В него входил вот этот вот скраб.
30 мл, маска была 30 мл и еще гель для лица тоже 30 мл. Маска у меня закончилась в прошлом месяце первая, в этом месяце вот закончился этот скраб. Вы знаете, это очень хороший скраб оказался. Он с косточками, вот с такими. Где тут? Ну, мне кажется, тут плохо, но видно. И то, что вот гелевая текстура, как-то вот достаточно густой вот этот гель, поэтому косточки не ранят лицо. Даже загорелое лицо, свой загар, я совершенно спокойно скрабировала этим скрабом. И еще мне показалось, что у этого скраба есть какой-то тепловой эффект. То есть, когда наносишь по щечкам, вводишь скрабинками, вот этот гель как будто нагревается, и есть какой-то такой термоэффект. Но мне так показалось. Не знаю, у кого есть такие средства. Скажите, девочки, у вас так или нет? Пахнет приятно абрикосом, абрикосовые косточки. Он тут вроде натуральный весь. Классный. Оля, спасибо. С удовольствием пользовалась. И такой объем небольшой, что и хватило как бы на месяц, даже больше, на два, наверное, мне его хватило. И не надоел. То есть вот, с огромным удовольствием я его использовала. От Рексоны яркий букет закончился. Вот такой дезодорант. Он у меня был дома. Я по нему скучала на йоге, потому что тот дезодорант, который я взяла с собой, пару раз меня подвел. Этот пока не подводил. Мне он понравился. Но тут и не было такой дикой жары, когда я им пользовалась. Ну, например, уборку в доме он тоже выдерживал. У меня он, по-моему, темное белье не пачкал. Вот я не знаю, он заявлен или нет, что не портит белье. Но, по-моему, темное белье. Вот я ходила в черной водолазке, в черной кофточке, и, по-моему, ну, я бы заметила, наверное, если бы было что-то испачкано. Вот. То есть не подводил. Очень буду скучать. Может быть, кто-то знает, есть ли еще вот эта Monarda Plus. Раньше эта Сингара была у Faberlic. Гель, спрей для очищения воздуха. Я им пользовалась всегда, особенно осенью и весной, когда сезон дождей. Но, к сожалению, он у нас закончился. Буду скучать. Может быть, кто-то знает, девочки, где-то продается он еще сейчас. Дальше. Оленька Крюкова мне присылала вот такое средство. Это термальная вода от Авен. Какая это прелесть! Особенно, когда вы на йоге, когда вы загораете. Это, ну, я уже говорила, в первой части хвалила и буду просто, наверное, оды, серенады петь. Это хорошее средство. Я так поближе покажу, если получится сфокусируется. Вы посмотрите. Подходит и для чувствительной кожи. Я вот так вот медленно с этой стороны, а потом туда. Любое раздражение можно даже поливать. И он будет вам спасением. Загорелые лица мы поливали вместо всяких тоников. Я поливала только этим авеном. Классное средство, очень понравилось. Ну, в общем, довольна, прям очень довольна. Хорошая термальная вода. Дальше тоже Саша Александр Блок. Спасибо тебе, Сашуль. Присылал мне вот такие ванночки для маникюра. Он присылал две. Вторая малина и белый шоколад у меня еще, ну, только открыла после этой, а вот первая закончилась. Аромат приятной ванили. Я, если честно, не люблю делать ванночки для маникюра. А вот ванночки для педикюра я делаю с удовольствием. Поэтому с удовольствием я делала именно перед тем, как я хочу, или после того, например, когда я обработаю ножки, я сижу с ванночкой. И вообще ногам вот просто очень-очень хорошо, классно. Потом их кремом мажешь, и они выглядят лучше даже, чем ручки. Саша, спасибо. С огромным удовольствием эту использовала. Хватает на очень долго. Если по назначению для маникюра, то тут вообще нужно несколько капель. 4-5 капель всего. То есть это очень экономно. Но так как для ножек нужно воды побольше, то и капель, естественно, больше для ног. Приятно. Прямо чувствуешь, как размягчается сама кожа, кутикула. То есть вот чувствуется, как работает это средство. Действительно идет смягчение. Саша, спасибо. Так.
В этом месяце порадовала две мыльницы. Первое мыло пошло от Palmolive, масло макадами для лица и тела. Так получилось, что мне такое мыло прислали аж 3 раза. И у меня 3 кусочка. Я взяла самый последний, который у меня тут прямо совсем-совсем недавно приехал. Ой. Это была Юленька. Юля присылала. Она со своими дочками, с Кристиной, с Ксюшей. Спасибо вам, девочки, большое. Они присылали Максимке подарки, и там было вот такое вот мыльце. А так, на самом деле, у меня еще 2 кусочка. Мне Оксана Александрова присылала, и из Тюмени Оленька. Поэтому, ну, давайте по мылу. Мыло хорошее, оно не не разваливается, не размокает в мыльнице. Аромат у него приятный, но через какое-то время мыло начинает пахнуть именно мылом, а не макадамией, как в начале из коробочки, а просто мылом. И вторая мыльница порадовалась. Конечно, кусочки еще в мыльницах начаты, но я уже покажу фантики их и выкину. Это от Le Petit Marseillais, тоже только-только приехала эта мыльца из Тюмени, тоже опять от Оленьки. Вы знаете, такой аромат обалденный, цветок апельсинового дерева. Если у вас есть доступ к Le Petit Marseillais, то я предлагаю купить, либо, ну, если вы любите такой аромат, у них есть и гель для душа, и жидкое мыло, и вот мыло такое кусковое, цветок апельсинового дерева. Аромат бесподобный, очень вкусный. Ой, вот это мыльце держится со своим ароматом, то есть мылишь и чувствуешь этот приятный нежный аромат. Очень хорошее мыло. По работе оба мыла хорошие, а вот у этого аромат прямо вау. Дальше осталось все такое мелкое у нас уже. От Веледа. Когда-то я делала заказ на фармакосметики и вот такую вот зубную пасту. Это солевая зубная паста, вот кто умеет переводить. Я вот так поближе покажу. Мне положили в подарок. Вы знаете, хочется сказать, что, конечно, недоразумение полное. Вот, тут еще чего-то осталось. Я, наверное, даже попробую вам показать вот так. Это не я плохо выдавила, это у меня просто уже никакого желания не было пользоваться до конца даже таким маленьким пробником. Вы знаете, вот я сейчас разношу, и прям вот чувствую крупинки, солевые крупинки. Ощущение, что это чистая соль с чем-то еще. Пахнет она, ну, это паста как бы, и мятой тоже, но это настолько натурпродукт, натуральный, что во рту ощущение, что вы просто чистой солью чистите зубы. Она прочищает, конечно, от налета избавляет, но... То, что у вас на зубах чуть ли не хрустит, это соль, и на вкус это прямо что-то пересоленое, соленое. Но это слишком, конечно, натуральный продукт, он на любителя. Я рекомендовать не буду, я с ним не справилась даже. То есть вот в течение полугода я его, наверное, вот мучила, вот эту вот крошечку. Время от времени все думала, ну а вдруг я как-то не могу просто привыкнуть, а вот сейчас еще раз почищу зубы и привыкну, но нет. Это точно не мой продукт. Я бы свои деньги за него не отдала. Так, дальше. В коробочке New Beauty Box. У меня даже в 2 попались вот такие пептиды, сыворотка. Я вообще люблю сыворотки вот такого плана. Одну я выдавила в баночку, вторую я использовала. Видите, каждое средство отдельно отрывала. Я люблю такую сыворотку. Когда проходит месяц, я снова возвращаюсь либо вот от Skin Light, либо от Sherry. У меня тоже есть вот такие вот полоски. И прохожу курс, потом месяц лицо отдыхает и снова к ним возвращаюсь. Эта сыворотка, она хороша. Я вот так вот, не знаю, будет вам видно или нет. Она хороша и как... одиночное средство, и под крем, и под маски можно наносить это средство. Ну, вот не знаю, я тут видно или нет. Пользуюсь с огромным удовольствием. Мне нравится, как лицо реагирует. Никогда не было раздражения на это средство. Хорошее. И
омолаживающий какой-то эффект. Ну, может быть, небольшой, но есть. Так, я сейчас вот так, наверное, сделаю чуть-чуть, чтобы было видно. Так, из ухода от Эвелин. Недавно от Юленьки ко мне приехала. Это уже Юля Могилева. Спасибо, Юль, тебе огромное. У меня уже как-то был... Вот была вот такая вот парочка тоже. Тут вверху идет ароматический пилинг для рук, а внизу питательная маска-сыворотка для рук и ногтей. Хватает вот этой пары на не на один раз, а на несколько. Хочу отметить, очень-очень приятный аромат. Просто наслаждаешься ароматом. Приятный, хороший. И по действию ручки напитанные, приятные. Лучше делать это на ночь, чтобы уже лечь спать и случайно... Ну, как, знаете, например, обработал руки и пошел мыть посуду, да, и тогда никакого эффекта. А если это сделать на ночь и лечь спать, то с утра просыпаешься, а ручки нежные, ухоженные и успели напитаться этой сывороткой, маской. Так, дальше давайте я покажу, что я использовала для глаз. От Дизао. Экспресс Натур маска для лица Орхидея лифтинг. Вообще, ну, тут одна использована была. В целом, это очень хорошее средство, если проводить комплексом. То есть, не одну, а несколько делать. Она делает тогда эффект лифтинга лучше. То есть, например, взять 5 дней подряд или 10 подряд, а потом уже начинать через день. Ну, одна это просто делает такую небольшую свежесть, подтяжечку небольшую, ну, такой временный эффект. Хочу обратить внимание тоже в New Beauty Box коробочке ко мне приезжала вот такая паровая маска для глаз. Они бывают в нескольких видах. Вот. Несколько видов. У меня без запаха, а есть... Лаванда шалфей. Ну, видно, что есть. Они еще и с ароматом. Чем она мне понравилась? Во-первых, я ее немножко боялась использовать там внутри. Вот она, сама маска выглядит так. Это Корея. И сама маска выглядит вот так. Здесь прорези для ушек. Вот так вот смотрится. И здесь... Внутри, ну вот на свет видно вам, да, такие пластины, они дают эффект термо, теплый. Они нагреваются, вот когда вынимаете отсюда, включается какая-то система, и они в контакте с воздухом начинают нагреваться, и нагреваются где-то до 40 градусов. То есть глаза ощущают это тепло. Вы одеваете это дело на глазки, глазки закрываете и лежите, наслаждаетесь. Хочу сказать, что я до этого немножко ее боялась использовать, потому что слышала много, ну немного, но два точно я слышала негативных отзывов, что прямо ужас, кошмар, быстро сняли, не понравилось, лицо среагировало там. Для меня вот реально было расслабление и успокоение. Вот эта теплота так окутывает глазки, что клонит в сон настолько хорошо. И когда вы, ну я 20 минут держала, когда вы снимаете через 20 минут, ощущение, что вы только проснулись и выспались. То есть вот прямо отдохнувший взгляд, отдохнувшие глаза. Теплая она была еще в течение часа. У меня ребенок тоже после меня одел на глазки, тоже лежал 20 минут и говорит: «Мама, как здорово, я хочу такую еще». То есть нам она понравилась очень. Был вот эффект вау. Может быть, у кого чувствительные глаза, но там не было прям горячего эффекта, чтобы там что-то раздражало. Нет никакой влаги тут, чтобы впитывалось. Тут просто такой теплотой как бы отдых дается глазам. И на ощупь очень приятная вот эта вот повязка. Не знаю, но у кого-то, может быть, сильно чувствительные глаза. Давайте вот так покажу информацию. Если бы я встретила их еще, я бы взяла уже за свои деньги с огромным удовольствием. Хорошее средство. Мне понравилось. Рекомендовать не буду, потому что, ну, кто знает, я порекомендую, а у вас тоже какая-нибудь реакция будет. Скажете, Света научила, а мы тут бедные пострадали. Дальше. От Нафисы приезжала ко мне вот такая маска. Очень позитивный прямо... Упаковка такая позитивная, красивая.
Это с экстрактом слизи улитки. Нафиса, огромное тебе спасибо, маска очень понравилась. Написано, что сокращает мимические морщины. Мне понравилось, что здесь хорошее количество. То есть вот прямо вынул маску, а с нее аж капает. То есть вот прямо это очень хорошо. Держать надо было 20-30 минут, я держала 30 минут. И оставлять до полного впитывания. Это я очень люблю делать. И такой маской, когда я ее снимаю, и так как тут очень много средств, я это средство наношу еще на шею и на область декольте. Вот, потому что там пусть не мимические морщины, а может и мимические, если можно их так назвать. Но, тем не менее, кожа нуждается тоже в уходе, и я ее тоже питаю. И также еще одна маска из Тюмени от Оленьки приехала с ароматом розы. Оля мне уже таких три, наверное, разных присылала. Они мне все понравились. Это маска для лица увлажняющая. Она действительно увлажняет, и она мне понравилась. Ее нужно в конце, если то не надо смывать, то тут водой лицо нужно ополоснуть. Вот. Ну, ополаскивали. Эта маска чем мне понравилась, что в ней можно ходить. Я ее снова высушила, я и прошлые показывала, вдруг кто не видел. Видите, она одевается на ушки и под подбородочком одевается еще вот такая часть. И тоже одевается вот так на ушко. И у вас получается подбородочек и под лицом вот эта вся область, она тоже находится в маске. Это очень хорошо, потому что лицо у нас заканчивается все-таки неровно вот так по силуэту. Подбородок тоже является по факту лицом, да? И кожа, например, на скулах, она с возрастом первая страдает у женщин, да, начинает обвисать. И поэтому вот такие маски, они классные тем, что защищают и именно вот эту слабую, самую-самую нежную кожу нашу. Дальше еще одна маска. Некоторые маски я до отъезда использовала, но не показывала. Так, от Dermal, не знаю, как называется. Это коллагеновая идет маска. Оленька Ткачева мне ее присылала. Оля, спасибо. Она мне несколько прислала, но я пока только эту использовала. Это очень хорошая тоже маска. Я люблю такие вот. Единственное, я не помню, я ее смывала или нет. Вот этого я не помню. Держать ее надо было тоже. Минут 20, кажется. Да, 15-20 минут. Удалите маску. Да, и впиталась. Оставить, чтобы впиталась. Ну, то, как я и люблю. Хорошая тоже масочка. Коллагеновые, они маски хорошие. Так, экстракты водорослей. От Dermal я уже не один раз, ну, пользовалась масками. Они хорошие. Так, Оля Ткачева мне присылала еще ароматы. Их было много. И кто смотрел ролик, что я беру с собой на юг, то я брала именно вот ароматы от разных компаний, которые мне присылала Оля. Два из них у меня закончились. Это Giorgio Armani Si и Amor Amor. Оба парфюма мне понравились. Giorgio Armani более цветочный такой аромат. Приятный. Он хорош был днем и совсем немножко, потому что я попала на жару. Мне нравился. А вот Amor Amor — это вечерний аромат. Он более теплый, более сладкий. Тут фрукты присутствуют. Но фрукты такие сладкие, но не приторные, а нежные. И поэтому вечером, когда вечерняя прохлада, вот этот аромат прямо окутывал теплом и каким-то вот прям удовольством жизни. Оля, спасибо огромное. На самом деле пользовалась всеми ароматами, которые я брала с собой, но именно эти два закончились. Вот. Некоторые более экономно, ну и естественно я взяла больше, чем мне было необходимо. Закончился у Максимки бурлящий шарик. Это от Beauty Cafe. Иногда Faberlic шарики выпускают. Сейчас давно у них их не было. Они хорошо бурлят, и у Faberlic шарики очень-очень хорошие. Не помню, кто из девочек прислал, потому что шариков было много. Ну вот. От Faberlic хорошие. Ну и последнее средство покажу. Оно не косметическое.
Но это то, что было со мной тоже в дороге. Это антибактериальные салфетки. Я их уже хвалила в роликах своих. Эти салфетки мне очень-очень пригодились. Я ими протирала все поверхности и в поездах, и на курорте. Я ими даже пол протирала, когда была необходимость. И дома я люблю такими салфетками делать уборку тоже. Протираю поверхности, мы можем и руки протереть, но руки сушат, они антибактериальные, и после них немножко сохнет кожа, ну, по крайней мере, моя. А вот пол я люблю, знаете, какой протирать? Когда вымоешь пол, то ножки стола, вот, то есть места, которые труднодоступные для тряпки, когда вы моете. И вот как раз ножки стола, какие-то вот проемы, я вот потом прохожу такими салфеточками, и тоже такая более чистая поверхность пола выглядит. Особенно вот у меня детский, например, стол письменный, он, у него не ножки, а колесики. И вот эти колесики, они остаются пыльными, и вот как раз эти антибактериальные салфетки меня выручают, я протираю колесико, вот эти все колесики. Иначе мытый пол и вот эти пыльные колесики смотрятся очень некрасиво. И поэтому нужно вот дополнительную какую-то заботу. Все, это все, что у нас закончилось именно в августе месяце. Но начато было не в августе, а намного раньше. Теперь уже с пустыми баночками встретимся с вами в сентябре. Спасибо огромное за внимание. Всем спасибо, кто был со мной до конца. И всем пока!